Восьмерочка крепкая. Короче, 8 от меня. 8-8, да? 8-8-1-4. Ладно, следующая заявка, на самом деле, даже искать не надо. Вообще, ребят, полетели, короче. Братишка, расскажи мне за стиль, что вам всем выносит мозги. Выкинь свои тряпки, кто ты внутри. Мы тебя не знаем, чего ты достиг. Вылез из грязи, для меня это стиль. Сижу с обитак, для меня это стиль. Дело не в деньгах, для меня это стиль. Без дуней кармане сделал себе сам, для меня это стиль. Для меня это стиль. Братишка, расскажи мне за стиль, что вам всем выносит мозги. Выкинь свои тряпки, кто ты внутри. Мы тебя не знаем, чего ты достиг. Эй, да, возможно, ты кучел, но вокруг член, хоть и ту чейн, цели лучше. Я въебу джеб, давай это кучел. Никому не дело до тебя, беда, джеб. Буду в берегах, аккуратней паре, бабки, сука, на коньяк. Убери копари, колы, пару литров, ведь мы не хапаем. Снова ебаный сушняк, будто нас в паре. Так мы отдыхаем на районе с пацанами. Выгляжу, сижу, без нулей кармане. Сам дикий парень, и по мне не скажет, что я прямиком сыкаю. Среди кучи кала уникальный, настолько глубоко. Твоя сушка никогда не проникали. Вот, стиль. Для меня это стиль. Стиль. Для меня это стиль. Стиль. Feel me. Для меня это стиль. Я. Стиль. Я. Малышка, посмотри на меня. Даже я могу проиграть у остальных на неделе 7 пятниц. Ну а мы в столице сияем ярко. Бич, я горячий, мне не остыть. Как и раньше знак в индустрии. Если мы в России крестим, символичка захи на стиле кидает панты. Чувство ритма моей краби. Как отборный сорт той травы. Не позорься, бич. Находят в этом харизму. Пухой напротив MC, именитый лимит. Невинность даже без либидо. Я буду рвать на битах. А ты давай иду торговать на битах. Ребят, с интеллектом пятилетки мне не соперник. Но был один забег, где ты оказался первым. Это от пениса твоего пати в утробе матери. Да всеми заветные яйцеклетки. И то тогда ты ничего не понимал. Являюсь очень маленькой и незаметной. Братишка, расскажи мне за стиль, что вам всем выносит мозги. Выкинь свои тряпки, кто ты внутри. Мы тебя не знаем, чего ты достиг. Вылез из грязи, для меня это стиль. Сижу с обитак, для меня это стиль. Дело не в деньгах, для меня это стиль. Без дуней кармане сделал себе сам, для меня это стиль. Стиль. Для меня это стиль. Стиль. Для меня это стиль. Стиль. Ну да, чуваки дальше уезжают на машине. Контрастненько, на самом деле. Я смотрю, одни ставят 10, другие минус 10, третьи 0. Ну, пацаны, вы нормально бабахнули, если такие, ну, реакции. Прям контрастненько получилось. Сразу возникает вопрос. А что, неужели можно было записать трек, снять клип? А, надо же было лаймом. Во-первых, те, кто следили за всем этим делом, да, видели в обсуждениях, что мы писали, что нужно, в принципе, отправить заявку. Ну, не было такого, что обязательно лайв, да. Разумеется, если делаешь трек, если делаешь клип, не видно, какой у тебя уровень в живом выступлении. Но с теми, кто это делал, мы сразу поступали так, следующим образом. Мы смотрели бэкграунд у чувака, то есть может ли он сделать это вживую. Второй чувак с площадки Top Flow, твердый знак, вот, я посмотрел, он делает нормально на своей площадке. Вот, то есть он, ну, нет такого, что он задыхается, как бы, в лайве, ну, а в клипе он делает круто. Исла тоже, я думаю, все видели. И, ну, шуточки полетели там про Эдика сразу, что Эдик не взял из-за того, что там было записано и сведенка, а надо было лайвом. У нас немножко по-другому было. То есть, если у нас была возможность проверить бэкграунд, как в данном случае, мы это проверяли, и, ну, записанная заявка, она, как ее оценивать? Ну, здесь видна старательность, ну, то есть, видно, как относится к своему делу парни, и не так все видно. Тут пишут, у кого-то залагало. Чуваки, напишите, лагает или нет. Я просто хуй его знает. Мы сейчас просто проведем трансляцию, да, и когда у нас еще такая вещь-то да. будет? Никто ничего не пишет. Нормально все, скажите? Нет, не лагает, типа, да? Нет, не лагает. Ну, типа, я думаю, что, типа, нормально все, нет. Нет, не лагает, просто. Да. А, ну все четко, да. Короче, как оценивать заявки, которые записаны не лаймом, да? То есть, ну, по-любому надо какие-то баллы снимать за то, что это было, ну, лично я как это делаю, да? Ну, мной всегда говорит, что главное, чтобы было видно стиль на заявке. В принципе, я с ним согласен, ну, если есть возможность, ну, да, подтвердить то, что чел может в лайве, как бы. Вот, как трек реально мне понравилось, я, ну, заценил, я не один раз пересмотрел эту заявку именно из аудио составляющей.
Вот, чуваки, но как бы лично мой заеб срезает 2 балла. Я бы 8 балл поставил, но 2 балла за то, что это не лайв. Поэтому 6, как бы. А так реально на 8, ну, если вы сделали бы это лайвом, вот так же, как бы. Или сделаете вот так же, но вот на батле на самом, то это как бы и 8, и больше. Если, ну, без ошибок, без опиночек, да, все четко. Вот. Ты я что-то... девяточку со своей стороны, ну, за работу, за отношения, что ребята постарались, сделали, заморочились, клип, там, все записали. Все на стиле, все видно, не знаю, все четко, ну, не к чему придраться-то особо. Меня устраивает. Ну, да, 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 да. В общем, что у нас получается? 6 и 9. Вот такая у нас резонансная штучка получилась. Следующих, опять же, искать не надо, ребят. Залетаем. Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.